Весна, пора всего нового и интересного. В воскресенье в областном центре впервые прошел открытый чемпионат Ивановской области по кудо на призы губернатора. В Иваново приехали более 100 сильнейших спортсменов, что для дебютного первенства более чем хороший показатель. Этот всероссийский турнир, он внесен в Министерство спорта в календарь. И у нас с этого года, каждый год, надеюсь, будет проходить вот в марте всероссийский турнир на призы губернатора. Уступает спортсменам порядка 130 человек. Уровень ребят вот, на уровне черного поясов, мастера спорта, то есть у нас уступает сейчас много профессиональных ребят. В последнее время этот вид единоборств в регионе развивается активнее других. Началось все с прошлогоднего триумфального выступления ивановцев на чемпионате России. Теперь вот Иваново обзавелось еще одним, помимо именного турнира Эдгара Коляна, первенством. А в конце марта еще и Кубок ЦФО также пройдет у нас. Никогда нигде ничего не происходит просто так, в виде какой-то жеребьевки. То есть такие ответственные соревнования, как первенство округа, они разыгрываются на конкурсной основе. И не каждая из претендующих областей способна принять. Я не сомневаюсь, что если будет заявка от Ивановской области на проведение, к примеру, Кубка России, то он пройдет здесь, потому что у вас все для этого есть. Каждый поединок – серьезное противостояние. Не только силы и мастерства спортсменов, но и их характеров. Показатель работы тренеров. Для ивановских спортсменов победа в первенстве – это шанс показать себя и пробиться на ЦФО. А потом и на чемпионат России. Для борцов кудо – это не просто спорт. Это стильно сейчас заниматься кудо. Модно, стильно, как бы спортом, если занимаешься, ну, сильным духом становишься, ну, как бы, чтобы меньше гулять на улице, в общем, кудо это хорошо. По итогам соревнований большей части наград долго ехать домой не пришлось. Ивановские спортсмены достойно выступили в домашнем турнире и завоевали 4 бронзовых, 4 серебряных и 5 золотых наград. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.